Добрый день, друзья. Возвращаемся в прямой эфир. И начну я вот с чего. Мне товарищ из Харькова прислал ссылку. Я ее у себя в ВКонтакте поставил. Там пишут: всем-всем-всем, Харьков, никто не должен остаться в стороне. Максимальный сбор завтра, 28 числа, в 11 часов возле облсовета на площади Свободы. Сбор харьковчан против продажи земли. Что создано Богом, принадлежит нашему народу. Так написал Юрий. Я его в этом поддерживаю. Но я вспоминаю, как Андрей Лесик, другие ребята призывали харьковчан выйти под следственный изолятор на пикет в поддержку Мехти Феофановича Логунова. И как вышло два десятка пожилых женщин, которых нацисты разогнали, порвав их транспаранты, а полиция приняла этих женщин. Вот боюсь, чтобы не получилось точно так же, а в причинах равнодушия граждан Украины, которые даже пишут моему собеседнику: Алексей Валерьевич, зачем вы поднимаете вопрос Логунова, всем все равно, никто никого не отпустит. Вот об этом мы сейчас с этого и начнем разговор. Алексей Валерьевич, приветствую, вам слово. Здравствуйте. Ты знаешь, Сергей, хотел бы сказать, мне стыдно за Харькова. Мне стыдно за этого мерзопакостного мэра, который руководит сегодня и является градоначальником. Я не хочу его фамилию упоминать. Я знаю, что он сегодня сам является инвалидом. По заказному будем говорить убийство. И он сам говорил, что его заказал Аваков. Так случилось, что стал инвалидом. Но мне жалко, что мэр, который рассказывал, что он за русский мир, за жизнь людей, за харьковчан, сегодня молчит. Дедушке 85 лет. Не дай бог, конечно, пусть он живет. Но в тюрьме его могут заживо сгноить. Он может не выдержать. И вот я хочу обратиться сегодня к мэру Харькова. Не будь в стороне, ведь у тебя тоже дедушки, бабушки были. Это люди, которые наш долг их защищать до конца их дней. Я знаю, что он невиновен. А за жителей Харькова не стыдно. У каждой семьи есть пожилой человек. Дедушка, бабушка. У каждой семьи в Великой Отечественной войне погибли наши дедушки, прабабушки, прадедушки. И сегодня мало ветеранов осталось. И вот Харьков молчит, видя, как издеваются над политическим узником. Ребят, я без руки, без ноги. Меня-то власть хотела убить, уничтожить. Но я продолжаю свою борьбу. Вы с руками, с ногами боретесь за что? За то, чтобы вас гноили? За то, чтобы вы как амебы молчали? За то, что вашего сверстника, вашего, будем говорить, однополчанина, вашего гражданина города Харьков просто замордовали? Вы что творите? Они до вас доберутся. Ваша молодежь вся выезжает с вашего любимого Харькова на заработки, батрачат унитазы мой, а когда-то вы работали. Вы что, своих дедов готовы бросить под гильотину смерти? Вы что творите? Очнитесь, харьковчане! Очнитесь! Хватит терпеть это издевательство. Я опубликовал открытое письмо Меркель Макрону. И ты знаешь, я хочу сказать конкретно и честно. Низкий поклон всем россиянам. Сколько сделала репостов именно россиян, белорусов,
Я рад этому, что люди начинают объединяться. Ведь это наш дедушка. Дедушка Миша. Мы должны его защитить. У него 15 зубов выпало. Харьковчане. Так Россия на это обратила внимание. Я искренне хочу сказать Ньюсфронту. Я искренне хочу сказать Соловьеву спасибо. Искренне хочу сказать 60 минут спасибо. И журналистам, которые поддержали и опубликовали мое полное обращение на своих сайтах. Вы чего молчите? Неужели вы не понимаете, харьковчане, что отбирая у вас, назовем так, самое святое, это отца и мать престарелых. Они для нас все являются отцы, матеря. Вы отбираете у себя будущее. Вот я этого не могу понять. Я удивляюсь этому. Мне хочется сказать, а зачем вы тогда живете? Возьмите, покиньте свои квартиры, дома и переедьте. Зачем вы тогда живете, если вы сегодня даете себя так над собой издеваться? Жилищно-коммунальные услуги, полный амбец. Хлеб дорогой, продукты питания дорогие. На курсе доллара продолжают вас обворовывать, вы там где-то зарабатываете. Вас превращают в нищую амебу, а вы молчите. Земля, я в шоке, в Киеве собираются нормальные люди, но их очень мало. Вы чего, боитесь? Ведь у вас свои святое отбирают, это землю. Земля Богом дана. Ребят, если бы у меня была гарантия, что бы я приехал, поверьте мне, я бы с вами поехал. Но это вы должны эту гарантию дать тем людям, которые могут руководить и не предавать свою страну. Понимаешь, Сергей? И вот я в шоке. Понимаешь, кладбища растут, как грибы. Города мертвых практически вокруг Харькова растут. И вы обратно молчите. Смертность высокая. Грабежи, хаос, терроризм. Какая-то кучка маргиналов бьет пенсионеров, которые вышли поддержать Лагунова. Я в шоке. Где вы? Где ваша совесть? Ведь вас же воспитывали как людей нормальных. Вы во что превращаетесь? Вот что мне хочется сказать. Понимаешь, мне страшно, что вы своим молчанием сегодня убиваете, в первую очередь, себя. Наказываете своих, будем говорить, свои поколения, будущее наказывают. Вы их лишаете всему. Вот о чем я хочу Сергею сказать. Поэтому я призываю, харьковчане, поднимайтесь, иначе останетесь лысые, голые и босые. Встаньте защитить своего отца, деда, ученого, который имеет внуков. Вот чего я прошу. Так, Алексей Валерьевич, теперь постараемся вот меньше эмоций. Здесь Верховная Рада предложила уступки по пенсиям для ЛДНР провести. И сайт-обозреватель Миши Бродского уже бьет в колокола, в набат, истерят они. Говорят, как же так, украинцы, неужели стерпим такое, сепаратистам этим пенсии платить? Да что же это такое, еще и Крыму тоже там вопрос поднимают, давайте крымчанам, пенсионерам. У них даже в голове не щелкает, что эти пожилые люди в Донецке, в Луганске, в Симферополе, в Севастополе, Ялте, эти люди годами работали и платили в Пенсионный фонд Украины деньги. Каждый месяц. И вот эти люди остались без украинских пенсий. Почему, на каком основании эти утырки могут лишить этих стариков их честно заработанных пенсий? Если смотреть со стороны гуманности, а не брать политику, кто русский, кто ватник, то сегодня украинская власть
обязана еще 2-3 поколения кормить бесплатно и давать пенсии безвозмездно. За то горе, которое причинило оно непосредственно дончанам, луганчанам, Крыму. За тот террор, который устроили. И это теперь на каждом человеке украинском лежит ответственность за тот проведенный геноцид, который творила украинская власть. Вот что я хочу сказать. Потому что мы в ответе, как украинцы, за то, что натворили. Мы, как бараны, поверили Евросоюзу, Америке и пошли убивать своих кровных граждан украинцев. Поэтому, если говорить откровенно, это уже крест сегодняшней Украины. А Мише Бродскому я предлагаю просто-напросто заткнуться. С каких это пор он стал великим проукраинским человеком. Разводчик, брехливая паскуда, жирная, которая заработала денег дофига и теперь измывается. Знаешь, завтра власть поменяется, а рано или поздно народ прозреет от того, что они натворили совсем. Поверь мне, где тут Миша будет? Он, наверное, в Израиль сбежит. Второе. Или еще куда-то сбежит. Я его очень хорошо знаю, этого Мишаню. Да? И у него или фуражку поменяют, как власть меняется. И все, и тапочки только посверкают. Вот от таких негодяев, которые разжигают ненависть в нашем обществе, надо избавляться. Это мое личное мнение. И думаю, с этим мнением многие согласны. Алексей Валерьевич, теперь вернемся к ситуации, которая складывается перед встречей лидеров нормандского формата. Хотелось бы понимать, с чем туда едет Зеленский. Он едет что-то предлагать политикам, которые хотят от Украины успокоения, или же он едет для того, чтобы торгануть лицом, сфотографироваться с лидерами тех государств и вернуться домой и сказать, я был молодцом, я смотрите, какие у меня фоточки классные, и мне они пообещали, что точно-точно подумают над своим поведением. Зачем Володька едет встречаться с лидерами трех серьезных государств? Сергей, так, возьму гипотетически первое скажу. Я, конечно, надеюсь, что какая-то договоренность произойдет, потому что это уже кровь. Надоело, чтобы она лилась. Надо останавливать эту бешеную войну и вычищать от мразей Украину. Как бы мне этого хочется, да? Все-таки какая-то надежда теплится, что все-таки Макрон задумается своей башкой, Меркель со своей башкой задумается. Ну, а Владимир Владимирович Путин, он все правильно делает, да? И даже обсуждать здесь незачем. Но это как бы гипотетически, я думаю, надеюсь, хоть какая-то надежда. Ну, а если говорить честно и откровенно, Сергей, ты знаешь, я не понимаю, что на самом деле происходит. Вот я слушаю Зеленского, одно другому противоречит. Вот эти обратно унитазы, вот это велосипеды. В Эстонии его заявления вот эти дебильные. Ну извини, больше никак не назвать. Ты знаешь, я смотрю, как какая-то бессмысленница. Хотя смотришь, умный человек вроде бы. Но вот я лично как человек, я не понимаю, зачем он едет после таких заявлений. Но я на его месте после такого унижения, позоров, которые творят. Ну, первое, давай начнем, вернемся к унитазам тема. Ну, ты должен этого начальника уволить за такую подставу. Ну, одно видео говорит и то, что ты. Второе. Ну, ты все-таки президент Украины. Как ты можешь говорить, что я потребовал от Путина вернуть имущество. Ну, все же прекрасно поняли, о чем говорится. Второе. Ну, вот я наблюдал за этой акцией дебильной возле российского посольства. С унитазами, с бумагой. Ну, ты знаешь, я вообще-то в шоке. А потом вспоминаю, как турецкое посольство просто-напросто вышли, отметили этих идиотов и защитили свое посольство.
Но, наверное, уже надо так и России поступать. Все-таки это имущество России, все-таки это статус России полностью, территория является Российской Федерацией. Ну, хватит глумиться, если честно. И все это с позволения Зеленского, да? Теперь, я не понимаю, когда Зеленский разговаривает о газе с Владимиром Владимировичем Путиным, а тут же говорят его чиновники в газовом хозяйстве. Ну давайте украдем, ну что ж, ну не заключим договор, возьмем, откачаем. Ну это полностью подрывает доверие государства Украины, в первую очередь. Ну доиграются спичками. Ну, и в первую очередь это пострадают люди. То есть, когда складываешь вот это все губочка к губочке, то ты понимаешь прекрасно, что Зеленскому не с чем ехать. Я так и не понимаю, почему Зеленский до сих пор не ответил. А что же с теми бойцами случилось, по которым звонил Зеленский Владимир Владимировичу Путину? Также же в Украине не объяснили, что с ними произошло, как они погибли. Ну, то есть я вот логики в данный момент не вижу. Поэтому, если ты хочешь спросить у меня мое мнение, о чем-то договорятся, у меня такое ощущение, что может какой-то Капелюськи договориться. А все остальное будет фуфел. Вот так бы я... Алексей Валерьевич, а что, если Зеленский играет роль дурачка, играет роль такого, в принципе, клоуна по жизни, уже на должности президента, а на самом деле его задача какая-то совершенно другая, и сейчас вот он, может быть, как Александр Матросов, на амбразуру бросится, грудью закроет, и мы увидим настоящего Зеленского, патриота нашей общей большой русской идеи, человека, который вот воспитан Масляковым, человеком, который снимался с Филиппом Бедросовичем, прости господи, Киркоровым, а не каким-нибудь там бандеровцем. Сергей, дело в том, что в данный момент невозможно. Он шансы свои упустил. Все надо было на взлете делать. То есть, если решать эти все вопросы, все на взлете. Ну давай, ты посмотри, что творится у него в фракции. Бардак больше никак не назвать. Хотя там есть нормальные люди у него в фракции, которые заявления делают абсолютно нормальные. Да? Теперь посмотри, что творится с нациками. Теперь давай посмотрим, ну Порошенко ж не напрасно полетел в Канаду. Сейчас будет такая игра классическая разыгрываться, что мама мия, да? Теперь давай посмотрим внутри у самой Украины с нацистами, с Аваковым, с Ахметовым, с сегодня взять Коломойским. Ну, я не думаю, что ему так легко это все будет, как ты говоришь, сыграть. Нет. Уже поезд упущен, понимаешь? Даже если он о чем-то будет играть и там договариваться, вопрос, как он это будет выполнять. Вот вопрос. Вот. Он сам себя загнал изначально в угол. Понимаешь? Если бы он играл правильно, такого вот не произошло. Как сегодня. Теперь давай будем говорить. Петровка-то до сих пор обстреливается. Ну, развели. Золотое там что-то пытается. Но все равно обстреливается. Ну о чем мы говорим? Донбасс до сих пор обстрелян. Но факты сами за себя говорят. Нет, я все-таки на своем мнении остаюсь. Ребят, если мы хотим победить и принести мир в Украину, то нужна только победа. Понимаешь? Больше никак нельзя. Вот это слово победа Зеленский упустил, да? Ну вот давай приведем. На простых вещах. Я пытаюсь просто объяснить по-простому, незаучно, не политизировано. Да? Человек на корточках стоит возле деда, ложит на могилку цветы дедушки. Дедушка его, вы знаете, что он был в подчинении Жукова. Да? Скажите мне, пожалуйста, где его хоть какие-то заявления о вандализме Жукова? Да, я публиковал, кто за этим стоит. Но если мэр города Одессы про это все знают. Если эти малолетки, оторванные люди, которые возле, будем говорить так, дома профсоюзов сжигают мемориальные дощечки, цветы и все остальное. Это кощунство и молчание. Но неужели нет
средств и влияния у президента, чтобы разобраться с этими гаденышами, да? То есть, ну, все говорит само за себя, факты. И вот если эти все пазлы склеить, вы увидите, что Зеленский продолжил риторику полностью непосредственно своего, ну, уже можно назвать кумира Порошенко. Но Порошенко не дадут посадить, пока Америка не кивнет головой. А вернее, Америке невыгодно его садить, потому что им выгодно его где-то отравить, либо повесить, либо еще что-то, чтобы не был свидетель в Гаагском суде, как Америка творила военщину и беспредел в Украине, и как она грабила. Поэтому такие отморозки, как Порошенко, это попользованные, извините, резиновые претендали. Вот и все. Поэтому вот тебе много факторов, но заявлений много, но дреба шапка. Что он сделал за протяжении этого времени? Аж ничего. Ну, НАБУ. Ну, повозбуждали там целую кучу. Ну, он плевать хотел Порошенко. Значит, договоренность есть. Плюс, давай будем говорить честно, не открывая, Украина насколько в коррупции погрязла, что я не исключаю того момента, когда Зеленского команда просто чистит потихоньку Порошенко на бабло. Вот и все, я же этого не скрываю, а кровь-то льется. И вот много таких моментов, которые говорят, что ничего хорошего с этого рая не будет. И я даже не хочу себе мозги там куда-то закручивать. Все, что от меня есть, все, что от меня можно, я делаю, вот как человек, поверьте мне. Если бы я на что-то влиял, на какую-то ситуацию, я бы уже давным-давно с этими говнюками разобрался раз и навсегда. И прекратил бы терроризировать свой собственный народ. Это ж насколько надо не любить свой народ, да? Ну вот тот же самый дедушка Миша, да, Лавунов. Ну что тебе стоит указ подписать о помиловании человека? Дай человеку дожить до его дней последних. Дай человеку жить. Он хочет этого, он борется, он письма оттуда пишет. Что ж ты делаешь? Как это назвать? Это тот же самый фашизм. Это то же самое гетто. Да, когда человек вываливает зубы свои и показывает, не кушать скоро некак будет. Вы что творите? Остановитесь, люди добрые. Как бы там ни назвать. И что это обозначает? Тот же самый Зеленский говорит к миру, а сколько у нас осужденных незаконно по беспределу. Вот это все, оно объединяется и говорит. Я мало верю, что что-то изменится. То, что Зеленский сегодня тупо обманул 73%, это уже понятно. То, что сегодня Зеленский пришел на грабеж, средь белого дня, это украсть землю, это уже понятно. То, что после его бытия, назовем так, срока, сколько он там будет, 4, 5 лет, год, 2, уже от Украины нифига не останется. И все будет распродано и разобрано, как наш ХБК, с вертолета недавно показали, пустыня осталась. Даже уже построений нету, передняя только стенка, типа напоминающий, что было ХБК, в котором работало 35 тысяч людей. В Херсонском комбинате. Это такую ткань мы выпускали, такие полотенца выпускали. Ну вот вам и все. То есть пришли временщики. Мало того, эти временщики готовы продолжить дальше войну. Сорося. Вот и все. А человека, который будет свою любить страну, нету. Нету. Я никого не вижу. И вообще для меня, я точку поставил в 2014 году. Кто бы ни пришел, это все нелегитимная власть. Я с этим определился уже давным-давно. Поэтому я и не живу на родине. Потому что говорю, как оно есть. Алексей Валерьевич, время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Очень эмоционально, очень горько это все слушать. Ну, а
то, что вот харьковчане, может быть, завтра все-таки выйдут за свою землю, постоят, но я не то, что сомневаюсь, просто горожане. Я больше бы поверил, если бы селяне вышли, именно вот те, кто когда-то работал в колхозах и совхозах, кто стал фермерами, но даже крестьяне не выходят, а город-миллионник, люди, оторванные давным-давно от этой самой земли. Чего они выйдут за землю, которая им и так не принадлежит? Я просто, вот честно говорю, сомневаюсь, что Харьков выйдет за украинскую Сергей, землю. Дай Бог, чтобы они вышли. А если не выйдут, пусть потом не кричат «караул, помогите». Вот и все. Вот пусть потом не обижаются. Потом будет поздно кусать локти. Все, время ушло. И поверни, даже если они промолчат и подумают, что хата моя будет с краю, как и с Лагуновым. Поверь мне, Сереж, придет тот момент, когда они встанут. Но у них уже ничего не будет. Да, поздно пить боржоми, когда что-то там отваливается, говорят шутники. Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное и до скорой встречи. Пожалуйста. До свидания. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был гостем программы «На самом деле». Прервемся, чтобы вернуться и продолжить. До свидания.